Das finde ich geile Ding, wie diese drehen und der Pinkel durch die Ecke. Горит зеленый, то можно идти. Да, да, вот здесь улочка, видите, светофорчик, он там с человечком. А внизу ресторан «Чертовка». Почему «Чертовка»? А потому что протока, искусственно созданная от реки Волтавы, называется «Чертовка». А тут как бы надо идти, когда кто-то зеленый. Когда зеленый. А почему? А потому что вы можете столкнуться, что тут только человек один может пройти. Жили гончары, песок, вода,
глина, все здесь рядышком. Поэтому и здесь поселились гончары. Маленькая лавочка о том свидетельствует, что раньше здесь шла бурная торговля, здесь работали мастерские по производству гончарных изделий. А сейчас я смотрю, что здесь маленькая ярмарочка уже заканчивается. Тердельники, ну и что-то такое, свинину на огне. Видите, в таких вот черных, в таких вот специальных штуках готовят мясо. Видите, вертится мясо, свинину. Ну, тоже рекомендую вам здесь погулять. И, Слава, можно уйти в ту сторону, прямо по всему острову Кампо пройтись и прийти уже к зданию Народного театра по параллельному мосту. Пойдемте дальше. Ну, мы с вами уже на финишной прямой.